Почему начать? Так, а, выбрать карту, выбрать карту. А как выбрать карту? Надо как-то выбрать карту. Поворот, а вот у садовка, оборот, и что это там уже. Так, ага. Так, термометр. А, я понял. Это, короче, типа ЭМП, о, типа фосмофобии, но только здесь, короче, в игре, понял? Ну, сейчас вот такая вот крутая фигня. Ну, сейчас посмотрим, да. Так. Установка. А, ну вот он дом. Ну вот маленький я возьму. Поехали. Не удалось начать игру, необходимо выбрать сложность. Да ты чё, прикалываешься? Да, ещё и сложно, да. Поставим легко, поехали. Вот такой вот домик, короче, маленький я поставил. Ну нормально всё. Это, короче, что-то наподобие... Это что-то наподобие фосмофобии. Сейчас увидим. Так, а когда мы там появимся? А не знаю, что-то грузимся. Отправляемся. Эта игра содержит кровь, пугающие сцены и мигающие огни. Вы можете отключить скримеры и там чего-то там. Так, отлично. Значит, я беру... Значит... F подобрать. Я под... Нифига так, ты квадратный. Как ты тоже. Я Робокоп. Я взял, короче, термометр. Возьми вот это МП. Вот это вот МП. Или хотя, бери, короче, этот, бери книгу. Книгу. А может только две брать с собой? Разве я первая? Да, две. Первая, потому что это фонарик, да. Второй, вот это что такое, Расад, что такое? Это термометр. Он нужен, да. Где меньше 10 градусов, там, скорее всего, призрак. Ну, давай, пойдем сюда. Да. Так, ну вот мы выходим, вот этот дом, который вообще на картинку вообще не похож. А что такой здоровый-то? Вообще пиздец не говори. Такой здоровый домишко. Ну, вообще не похож. На Т, если что, если что-то ты взял, то на Т ты можешь... Почему? Бегать может. Взаимодействие, это открыть, закрыть дверь. А как? Не по... Может, а надо этот взять? Или, может, другую дверь надо зайти, нет? Или там, может, ключик есть? Посмотри, может, там ключик есть. Ну, ключиков я не вижу. Ключиков я не вижу. А вот, ключик вот. А, вот ключик, да. Бери ключик, пойдем. Пойдем. Открыл дверь. Погнали. Так, надо найти призрака. Смотри, меньше 10 градусов. Меньше 10 градусов. Значит, это комната призрака. А я буду ходить с МП. Оба, нифига себе. 6 градусов. Где-где-где? Вот там 6 будет. А посмотри, если может меньше 0 надо, наоборот. Надо походить по дому, а тут что-то так быстро прям нашли. У меня, кстати, МП не пищал. 8,5. А, нет, ну значит надо искать комнату ниже 0. Минусовая, чтобы была. Призраки, вы здесь. Так, вода включена. Вода включена? Доложи. Так, а ты где? Я в туалете. Зачем ты там? Свет не включается. А МП должно орать, да, там есть еще? Так, МП, да, там должны лампочки гореть. Одна вот зеленая одна, есть. Одна лампочка горит, это ничего не значит. Должно быть либо две, либо три, либо я 4. Пошел наверх. Дом явно не маленький, короче говоря. И домик, да, что-то прям... Я свет включу. Хорошо. Он трехэтажный, что ли, вообще дом? Ну... Обалдеть, что-то, конечно, дофига. Так, здесь включено. А, это ты включил? Да. Ага. Это лифт, что ли? Понятно. Пойду в другую комнату.
Давай, надо, короче, по всем комнатам пройтись. Здесь, кстати, это телевидение. Слитки золота лежат, прикинь. Так, радио я вырубаю. Так, это ты? Странно, МП пока молчит. Я тоже. Вышел на балкон. А, тут еще есть заход с балкона. Салют. Да ты че? Пойдем. Вот, на улицу смотри. И спокойно можно спуститься мы. Ага, обалдеть. Так, это наш грузовичок. Да, я обошелся, да? Призрак, ау. Бля, что-то тишина какая-то прям. Он вообще есть? Есть бэкхелл. Вообще, по идее, должно быть. Опа, где-то телефон звонит. Ты слышишь? Нет. Опа, у меня три. У меня тоже три. У меня три МП. А ты возле телефона? Нет, я был возле телевизора. Что-то непонятно, мы с тобой в разных комнатах, у нас у обоих с тобой 3 МП. А, ты вот здесь у тебя мигало 3 МП? Нет, мигало там, блин, с той стороны. А у меня вот здесь, короче, вот в этом месте было 3 МП, прикинь. Вот, 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 3 МП у меня. Вот иди сюда, подойди ко мне. Телефон, слушай, свалить, да. Ну, у меня, да, 3 МП. Ага, и у меня 3 МП. Ну, пойдем искать телефон, который звонит. Где он может звонить? Не знаю, уже не звонит. А вот, кстати, надо было там температуру померить. О, вот здесь что-то все происходит. Сзади, 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 в дверях стоит. Ух ты, ё-моё. Да он страшный какой-то, да? Ага. Восемь, шесть, шестнадцать, семь, шестьдесят четыре. Мы призрака нашли. Угу. Он, правда, в двери застрял, так? Чё, прикольно. Да, да, да. Это он нам типа показался. Ага. Ну, что-то пока вообще непонятно. Да. Что-то вообще невнятно, ничего не понятно. Еще один выход на улицу. Призрак, ты где? Ау. Скажи, дай нам знак. Да, дай нам знак, алло. Ты добрый или злой? Что-то мы здесь с тобой уже бегали. Ты что, мы на улицу ушли? Да, опять на улицу ушли. Да. Ну, что-то как-то непонятно. Угу. Беги, написано. Насколько я помню, в фасмофобии бегать лучше не стоит. Да? Угу. Так, вот здесь тогда было последний раз этот. Пойду попробую сейчас еще раз вверх подниматься. Так, слышишь телефон? Да, вот надо его найти, где он звонит. Я нашел. Наверху. Нашел? Да. Подожди, где ты наверху? Да, я к тебе приду. Я в этом доме потерялся. Ты на лицо видишь, наверх поднимайся. Иду, иду, иду. Там еще на столе золотые слитки. Эй, посмотри этот. Температуру там. Вот, вот, ты прошел. Назад ты себя видишь. Прошел? Туда он был? Да.
Есть? Пока. Ну да, как ко мне нужно было попасть. А, вот этот телефон. Ты не смотрел температуру здесь? Музыка играет. А, это радио, да? Ага. Еще один телевизор. Температура что-то ничего не показывает вообще. Так, ну здесь самое минимальное 10,6. Так, надо искать. Пока хожу с этим термометром, еще температуру. Может, пойду сбегу за блокнотиком, там, не знаю, вот, может быть, надо что-то... Во, я нашел эту кость. Ага, кость нашел. Проклятый череп я нашел. О, температура упала. Я подобрал кость. Ага. Включился череп. Давай поиграем, написано. Иди сюда. Барон. Сейчас. Наверх. А как предмет поменять-то вообще? Так, вот здесь 2 МП. А на циферке нажимай 1, 2, 3. Нет, я имею в виду, что выкинуть вообще, здесь взять другое что-то. А, не знаю. А, слушай, пережить атаку призрака, вы уже пережили. Определить тип призрака остался. Вот. Еще там и самое. Остановить атаку призрака с помощью креста. Средний уровень рассудка. Ну, крест у нас там 50%, лежит. Я уже 72. Бы. Крест я вижу лежит, а как его взять, я не понимаю. Ну вот, взять хоть что-то другое. Походишь на Е. На G скидывать предмет. На F брать. Не, он не скидывает. На G, G. Русская буква P. А-а-а. Так, я взял крест, да. Все, крест у меня есть, животворящий. Отлично, уже хорошо. Уже. Mm-hmm. Так, термометр тоже сейчас скину. Не знаю, что взять еще. Так, определите тип призрака. Это как надо, блокнот взять или что использовать для общения с призраком? Да. Надо отметить доказательства, насколько я понимаю. Взял блокнот, бегу к тебе. Ты где находишься? Ну, да, наверное. Да я уже ушел оттуда. Что такое? На меня призрак напал. Тебя съели? Он здесь у меня. Спускайся на первый этаж. Тебя съели? Да нет еще. Он висит вот это в дверях. А, вон, вижу. И это в смысле атака, он пропал. Ну я к нему с крестом подошел. Поднимайся ко мне сюда на второй. Фу, блин, слушай, я сюда как это. Не наделал штаны вообще. Поднимайся на второй, здесь. Да если я знал, где лестница, чтобы к тебе подняться. О, он что-то написал на блокноте. На блокноте написал? Да, 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 дверь уже нарисовал. Какие-то непонятные. Так, окей. Книга. Да ё-моё. Ладно, я сейчас её взял, потом обратно поставил. Слушай, сбегу в машину, посмотрю, что у нас там это. Он дверь закрыл. А так, как значит? Ага.
Опять что-то писал в опишке. А свет так, моргает. У меня атака. Рассудок уже 67. Но мы пока еще не сюда, на первом этаже. Значит, ты поставил в комнате призрак, если он расписался. Ну, видимо, да. Я иду к тебе. Давай, на первый этаж спускайся. Ну, я на первый этаж спустился, а вот где? Так, вот это кровати. Кладу сюда МПшку. Ну, светится один только. Да, господи, пока тебя найдешь. Ну, я внизу, кажется. Так, ну я внизу. Вот я тебя вижу. Радио выключаю. Так, ты где? Ага. Вот здесь расписался. Вот. Сейчас иду. А ты отметил блокнот? А как его отметить, не знаю. Нажимаешь русскую букву О. Evidence нажимаешь. И вот здесь у тебя MP5, Finger Spins, Prison Temperature. Я как он Spirit Box. Что это было? Я не понял. Свет моргает, наша атака. А где он идет? Похоже, ушел куда-то. Ну ты отметил что-нибудь, нет? Да, я отметил. Я поставил Spirit Box. Я как понял, это и есть журнал. Я там еще какой-то рубильник включил, не знаю. Сейчас посмотрим. А, ну это ты выключил. Вверх включить. Куда ему крест надо запихнуть? Не знаю. Так, а что у нас по температуре здесь? 6,68, 8,7. Угу. Да я не знаю, вообще тут, наверное, минусовой нету. Наверное. Вроде легкий уровень, а что это какой-то кошмар. А, вот, моргает атака. Где? Иди за мной. Ты куда пошел? Ага. Я вот для бильярд. Давай ходить вместе. Вот где-то моргает, надо найти где. 10.01. Здесь уже не моргает. 8.02. Так, 6.89, 8.7. А крест нам тоже на пол положить, да? Ну да, только нам надо сейчас найти его комнату. Где так, мы идем? 7.84. Может, он на втором этаже реально? Так, это тут улица. Может быть, да. Может подняться на второй. Пошли. Пойдем поднимемся на второй этаж. Пошли. М54. Это будет видос, как мы Сандра Беста призраков ловили. Да. Это вам не фасмофобия, да? Да. Либо фасмофобия 2.0. Ну он один раз нападал уже, как бы, ну так мимо пролетел. Ну он как-то в двери упирается. Так, ну что-то минусовой я пока не вижу. Да и шибко он-то ниже 6 градусов-то и не падает. Угу.
Призрак ты где? Но я думаю, что должна быть. Должна быть минусовая. Ну, вот, иди сюда. Вот. 3,15, 3,04, 2,63. Давай, вот ты возьми термометр. Да, вот, 0,004. Ну... Так, ставлю звук крест. Это не минусовая, это просто было 0,0. Вот, да. 0,72. До 2 МП. 2 МП, хорошо. 0,21. 0,55. Так, походу нашли комнату, да? Ну вот эта комната, она есть, наверное. Ну да. Надо бы сюда все тащить, да, блокнот, еще что-нибудь. 0,83. А, нет, блокнот не надо, он уже расписался в блокноте. Так, 2 МП. Ну так, можешь поговорить с ним еще что-нибудь. Давай поговорим. Скажи, ты злой, ты плохой. Опа! Смотри, смотри, смотри. Че? Череп. Опа, и глаза светятся, прикинь. Да. Классно, да? Ага. Так. А я вот смотрю температуру. 0,13. Ну, там был еще. Слышишь? Опа, опа, да-да-да. Это, скорее всего, атака. Хватай крест. Я взял. Да-да-да, это атака, видишь, свет моргает. А вон он, в коридоре он. Вот он стоит. Ставлю крест на него. Давай. А, все, крестом его фигадул, у меня крест пропал. Ну, чё, ты крест использовал? Бахнул его крестом. Нормально, молодец. Изгнали призрака. Скажи, так со всеми будет? Да-да-да. Так, ну я думаю, надо отсюда 2 МП сразу. Так, ну мы комнату знаем, пойдем все-таки отсюда выйдем и как бы это... Посмотрим, что у вас там написано. Давай. Так, вот здесь что-то... Давай, чуть. Телевизионная какая-то. Где-то тоже будет выход, а да? Ну, по идее, да. Так, опять атака. Пойдем, да, планируем. Опять атака. А у меня креста больше нет. Ну да. Вон он повыс. Да-да-да. И что нам делать? Не знаю. А если он на нас побежит? Все, он пропал. Ну-ка, пойдем там комнату проверим вот здесь. 7,78. Ну нет, там была температура намного холоднее. Да, вот, кстати, выход, пойдем в машине. Угу, погнали. Ух, страшное дело. Слушай, ну это как целую серию. Вообще. Так, ну, у меня есть 73, а у тебя 38 почему-то. Да-да-да. Так, ну смотри, крестом мы его бахнули. Его, кстати, смотри, его можно по имени называть Мейсон Бакер. Мейсон Бакер. Мейсон Бакер, слушай, вызывай. Давай, слушай, вот беру этот аппарат, мы с ним будем разговаривать. Давай, а я возьму еще фотик. Фотик возьми, чтобы его фотик. Да, я... буду фотографировать. Пойдем, наверное, в ту комнату. Давай, погнали. Так, ты запомнил, как его зовут? Мейсон Бейкер, да? Да, Мейсон Бейкер. А, да, Бейкер, Мейсон... да. Мейсон Бейкер, привет. Мейсон Бейкер. Мейсон Бейкер. Ау, ответь. Ты идешь за мной, да? Да-да, я за тебя. Я вас вспоминаю, как мы шли вот на лестницу. Так, а на какой, ты помнишь, на какой разговаривает? Pink Journal, Headlight, Mason Baker, ответь.
Пикап. Мэссен Бейкер, ответь. Мэссен Бейкер, мы здесь. Попробуй тоже позвать. Так, а я не могу подойти, не могу понять пока. Спринт это бег. Так, вот это кожа. Journal J. Т это хедлайт, это цвет. О, смотри, что ты новое написал. Интерактив это и что написал? Ну здесь сюда телек включился, смотри, и вот что-то что написал. Ага. Мэссен Бейкер. А ты понял, на какую говорить? Я что-то вообще не понял. Нет, вот я просто включаю себе эту штуку и говорю. Ну у тебя там что-нибудь показано, нет? Ну просто синий экранчик пока. Мэссен Бейкер, дай нам знак. Ой, я сфотографировал случайно. Мэссен Бейкер, дай нам знак. Мэссен Бейкер, дай нам знак. У нас F, E, G. Вот, еще я его просто смотрю, видишь, работает. Ага. Мэссен Бейкер, дай нам знак. Два импа есть. Мэссен Бейкер, дай нам знак. Мэссен Бейкер. Блин, я когда-то раз появлялся, надо было его фоткать, конечно. Угу. Мэссен Бейкер, дай нам знак. Ты хороший или плохой? Ответь. Мэссен Бейкер. Мэссен Бейкер. Мэссен Бейкер. Мэссен Бейкер. Знать бы точно, на какую точно говорить. Да, знать бы, что говорить, действительно. Так, я пока это скину, вот этот возьму. Мэссен Бейкер, дай нам знак. О, есть он. Бери, вот он, фотографируй. Тебя съели. Я сфоткал, ёпты. Ты сфоткал? А я сдох. Ты нифига не сфоткал. Я сдох. Он на меня напал. Я пока брал эту фотоаппарат. Слушай, это жесть, конечно. Так, а как он вообще работает? Мэссен Бейкер, дай нам знак. Мэссен Бейкер, дай нам сейчас знак. Сейчас я тебе скажу, что там вышло. У меня нет, у тебя 61%. Да, вот средний рассудок мы сделали. Все, тебе осталось только определить призрака. Да, если бы еще определить, он тут людей убивает. Мэссен Бейкер. Мэссен Бейкер. Мэссен Бейкер. Ты бы ему позвали, он к нам пришел, меня сожрал бы. Ну да. Бегу к тебе сейчас. Давай, Мэссен Бейкер. А ты фотоаппарат взял? Нет. О, мое издыханное тело лежит с фотиком. Возьми фотик. Мэссен Бейкер. Иду. Мэссен Бейкер. А меня ты не видишь, да? Тебя нет. Я тут за трупиком бегаю. Два МП. Угу. Ты сфоткал мой трупик. Слушай, ну он прям появился прямо здесь вообще, да? Да вообще не говорю. Но мы знаем, что такое Spirit Box, и то навряд ли. Вот как ее, как он, какой? Shots RBS. Что такое RBS? Не знаю. Надо понять, что такое блокнот. Здесь вот. Finger Prints. Freezing температура. Ну вот freezing это температура, холодная температура. Shots Reading. А, ну вот ты видишь, там G нажми, и у тебя есть. Он идет. Идет. Что ты спрятался с тобой? Ты фотоаппарат доставай. Где он? Не знаю, сейчас посмотрю. В коридоре нету. Я слышал, дед правда страшно сделает.
А где он? Странно. Короче, на G нажимаешь, и там выборка, демон или кто там, если ты определяешь. Так я понял, а нам надо сперва выбрать доказательства. У нас по доказательствам пока только блокнот. Ну, на блокноте же было что-то рисовано, может там как-то это можно понять? Вот, надо как-то его поставить. А чтобы его поставить, ты нажимаешь evidence. И у тебя вот будет evidence collected, то есть EMF. 5, то есть 5, да? Это MP5. Вот, fingerprints, freezing температура, холодная температура, шост ор... А типа температура же была? Была. Ну, температура была там 0 градусов. Холодной не было. А почему думаешь, что спидбокс? А я не знаю, я у тебя и спрашиваю. Я тоже не знаю. Если я еще мог вот перенести... Надо как-то... Да-да-да. Я и говорю, что надо разобраться, как переводится. Ну вот смотри, журнал. Как, журнал, вот журнал. На книжке нарисованы какие-то непонятные штуки. Что это значит? Вот, это записи в блокноте. Ну, а что они обозначают? Нет, ты должен поставить, что записи в блокноте. Значит, вот этот вот бокс я как раз и поставил. Про спирит бокс. Хотя не знаю, правда или нет. У тебя уже 48. Скоро у тебя атака будет. Угу. Да, фазма на минималочках вообще такая жесткая. Ну да. Но что-то у меня прям еле-еле прям это. Температура тает. У тебя что-то быстро тут. Так я же до этого два раза его еще видел, он меня пугал. А я тоже видел его несколько раз. Он застревал в этих текстурах. Так, где такая музыка какая-то непонятная. Ну да. В текстурах застревал. Mm-hmm. Так, и на второй этаж. Мейсон Бейкер. Вы уже что-то как-то хочется в фазму пойти. Да, можно будет на днях, кстати, поиграть. Еще бы ночь пройти еще надо. Ну да. Мейсон Бейкер. Я иду за тобой. Сейчас мне кажется, Мейсон Бейкер. Мейсон Бейкер. Мейсон Бейкер. Мейсон Бейкер. Мейсон Бейкер. Это твой дом? You dead? Мейсон Бейкер. Армори какой-то сверху. Мейсон Бейкер. А ты на какой нажимал, когда разговаривал? Я ничего не нажимал, просто вот его включил и говорил. Вот он перед тобой. Да-да-да. Я сфотал. Yes. И он тебя грохнул. Ну я успел его сфотать. Вот так вот, ребята, все было круто. Да-да-да-да-да. Жестко. 100%. Так, а что это у нас был-то? Правильный призрак, но 100% выполненных задач 3. Найдены улики. У нас 2 улики найдены. А какая вторая улика была? Не знаю. Я не понял. Не удалось опознать призрак. Ну, найдены улики, как-то... у нас 2. А, ты же за кости одну нашел еще. А, ну да. Босс, $10 бонус за время. Статистика матча, легко туда-сюда, жесть вообще. Ну да. Так, ну ладно, я все на сегодня. Да, вот так и зашло приключение. Там фазмочка на минималочка. Ну прикольно.